Quelques années après All the Things She Said et cette histoire un peu disproportionnée de baisers, Tattoo est toujours dans le paysage musical et s'offre son premier best-of avec quelques invités très spéciaux. Pour les deux jeunes femmes, l'histoire est loin d'être terminée. C'est un nouveau chapitre qui commence. Привет, мы Тату, я Юля. Я Лена. Да, конечно, как бы, безусловно, это означает так, потому что большинство людей как бы спрашивают нас о том, что вот типа best of, это значит, когда артист заканчивает как бы свою карьеру, начинает, ну как бы все уходит со сцены. На данный момент это так и не означает. Мы как бы расстались с Интерскопом, с нашей рекорд-компанией, и на самом деле рекорд-компания выпустила этот альбом, мы как бы не хотели его выпускать. Вот, и ну как бы это говорит о том, что действительно мы закрываем как бы свое прошлое и начинаем как бы жить по-новому. Скажи, аэродрома нас не догонят. Честно говоря, у нас фактически не было детства, то есть как бы мы с Ленкой с детства занимаемся уже музыкой, и музыкальная школа, вообще образовательная школа, и как бы в Непоседы ходили, и очень рано начался проект «Самостоятельная жизнь», гастроли, без мамы, без папы. То есть мы этот период очень как бы плавно достаточно переросли. На самом деле это здорово, потому что в то время, когда мы гастролировали, познавали что-то новое там. Спасибо. И ну, работали, грубо говоря, очень многие, просто ничем не занимались. Поэтому мы только рады этому, потому что ну, у нас была очень насыщенная такая жизнь. Рано познали взрослую жизнь. Насыщенная в то же время она была очень интересная, потому что мы очень много ездили по странам, очень много общались с артистами, с людьми, с интересными. Со взрослыми. Да, то есть не просто там сели во дворе, пили пиво там или курили сигареты, да? Просто мы рано повзрослели. У нас было детство, а потом как бы, собственно, сразу хоп, и взрослая жизнь. Ну всерьез, ситуация, хелп, ситуация, сос. Почему, почему на тебя повелась? Выключается свет, я куда-то лечу. Ты медленный, я так сходит с ума. Они говорят, виновата сама. Я сошла с ума, я сошла с ума. Мне нужна она, мне нужна она. Не знаю, вот наконец-то кто-то вот наконец вы поняли, задали правильный вопрос, почему скандал. Не знаем. Мы тоже всегда всем говорим, что как бы это нормально, что мы друзья, подруги, что это дружеский, красивый, романтичный как бы поцелуй, ничего более откровенный, ничего не пошлого, ничего никакого не лесбийского, ничего, это просто мы друзья. Ну, вы знаете, первый человек, который нам об этом говорит, потому что до этого абсолютно все поголовно говорили, что вы принесли русскую музыку все-таки. Нас, я не могу сказать, что он, там, да, англосаксонское влияние какое-то было. Все-таки это больше русские, наверное, мотивы, и у нас были русские композиторы, авторы. На втором альбоме, да, есть некоторые песни, написанные английскими, ну, да, англоязычными, американскими авторами, да, но прежде всего это русские. Мы, ну что, мы можем сказать, что мы вас очень любим. Мы, конечно же, хотим поскорее приехать к вам сюда с концертами, потому что я думаю, что все-таки здесь нас ждут. И желаем вам удачи, счастья, любви.
любите друг друга и оставайтесь самим собой.